Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Ну что, ты решилась продавать свою машину? Боишься продешевить? Не бойся, в едином центре трейд-ин самая высокая оценка. Если твоя машина на самом деле хороша, поверь мне, здесь ее оценят по самой высшей категории. А еще в едином центре трейд-ин действует так называемая выездная оценка. Ну, допустим, ты не можешь сюда сама приехать, специалист выезжает к тебе и на месте уже оценивает твой автомобиль. Не каждый шоурум может похвастаться такой услугой. Класс, да? This is Russian Jeep. Кажется, пошли покупать машину, ту, которую я присмотрела. А так мне не надо, нечего было щелкать. Здесь как пришел, увидел, победил. Но вот согласись, есть марки машин, которые ассоциируются только с девочками. Nissan Juke, да, вот Opel Mokko, вот прям девочки-девочки. Кто сказал? Глянь, бантик какой красивый. Это не я. Ну вот, допустим, если ты уверен на 100% в своем автомобиле, привозишь его сюда, здесь его очень хорошо оценивают и с тобой рассчитываются. А рассчитаться с тобой могут любым способом. Хочешь наличными прямо здесь, а хочешь на лицевой счет твоего банка. Здорово, да? Ну и не забывай про систему обмена, когда приезжаешь, сдаешь свой автомобиль, приобретаешь другой, и тебе гарантированно дают скидку.